Здорово, мидлайк. В багрянцы рыб? Серьезно? Ах. Ох. My god, is that amazing? Спасибо за follow. Не, ну что делать? Как бы мне в любом случае нужна эта рыба. Ок. 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 Так, нет, эта фигурина мне тоже понадобится. Мне нужна будет вот эта наживка. И вот эта наживка. Так, выходим. ТТТ, синглплеер, это чувак, новый мир. Мир маленький, мир нормальный. С Кримзоном. Я все сказал. Ща наловим. Ща наловим. Я надеюсь, что она мне хотя бы в багрянце будет попадаться. Я, кстати, не знаю, Флатушек, а ты можешь сказать, какая это рыбка? Ну, то есть она редко, не редко, типа. Постоянно ли она в багрянце попадается, или мне надо... Ну, то есть, мне надо ее на поверхности в багрянце ловить, внизу в багрянце. А, точно, я же не в эксперте создал. Ладно. Лут меня здесь вообще не интересует. Меня интересует только багрянец. Ну, то бишь, багрянец. Так, стоп. В другой стороне. Меня интересует только... Блин, есть Corruption, а есть... Кримзон. Вот, Кримзон меня интересует. Вот он. То есть мне можно вот здесь вот прям ловить или нет, мне интересно. Так, давай-ка сделаем вот так вот. Ать. И вот так вот. Оп. Все, можно ловить рыбку. Багряная тигровая рыба. Crimson Tiger Fish. Рыба добавлена в номер 24. Можно поймать удочку в багрянце. Нужна для создания недели. Спасибо большое, Флат. Понял. Спасибо большое. Сейчас посмотрим, собственно. Ловится ли она просто из водоема или нет. В хорошем, конечно, квесты рыбака надо выполнять. Мне нужно... Нужна леска, которая рваться не будет. Нужны шмоточки на шанс поймать, да? Паутинка, ну охренеть теперь. Мне надо, наверное, хотя бы парочку таких рыб. Во, Crimson Tiger Fish, nice. Отлично. Значит, все-таки здесь ловится. Че, я могу, в принципе, пока с чатиком потрепаться, пока ни хрена не происходит. Как оно, чатик? Бредом-то пострадали, это я видел. А в целом, как оно? Зарплату дали. О, это неплохо, кстати говоря, Лера. Это я тебя поздравляю. Подожди, так ты же уволилась. Ты что, сразу на другую работу уже перешла? Только уволилась с одной, сразу на другую? Что за меч в первом слоте? Это тыквенный меч. Меч, падающий с короля тыкв на... Ну, в тыквенном нашествии. В тыквенной луне, естественно.
Меч, когда при атаке моба у тебя появляются тыквы за пределами экрана, и которые летят к центру экрана, при этом самонаводясь на любого врага. Я во время ледяной луны, собственно, показал. Здорово, грррр. Вот так в целом шаг. Понятно. Овервочник. Так. Блин, мне этот чувак раздражает своим ором. Вот этот, да. Вот так лучше, спасибо. Такс. Вчера только инет подключал, тоже прикольно. Здорово. Ну это есть запись. Запись чего? Как я получил этот меч? Да, есть, по-моему. Она в прошлом как раз стриме была, потому что я в прошлый стрим проходил таквину луну как раз. Откуда у Флата Мэй? Я так полагаю, что от какого-то Муна. Не-не-не, Аризанов, этот меч я получил еще в прошлый раз. Мне в этот раз... Я не знаю, можно попробовать еще раз тыквенную луну пройти, потому что она мне банально очень нравится. Вот, но эту хрень я получил в прошлый раз именно. А я смотрю канал, который только Overwatch'ом увлекается, да? Нифига у него там смайликов. Overwatch'ных. Па-п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 а
Ну вот эта вот хрень страшная, блин, она звучит страшно. Если в эксперте играть с самого начала, она просто вот один этот моб может тебя просто нахрен порвать. Вот просто взять и порвать. Вообще ничего сделать не сумеешь. А жуть, короче. Так, что у меня там по ресурсам-то? Три Tiger Fish, я так понимаю, у меня есть уже. Да, Crimson Tiger Fish. Есть еще Хемопирания. Гемопирания какая-то странная. Мне надо еще одну Tiger Fish-ку, пожалуй, я успокоюсь. Даша, канал чисто овервочки. Ну и отборной наркомании, понятно. Неплохой канал, значит. Ну дай мне еще одну рыбку, ну 4 же всего прошу. Во, найс. Так, собственно, выходим отсюда. Синглплеер, этот чувак, этот мир. Такс. Сюда. Сюда обратно. Удалить. Баса я пока оставлю. Как рыбку. А зелье надо прям сразу будет сделать. Блин, я до ночи уже не успеваю, к сожалению. Походу. Вообще причем не успеваю. Так. Так, с этим все. Так, теперь по поводу зелий. Increase critical chance на 10%. Вот, отлично. Эй, спасибо, Флатушек. Дважды зелье еще даже не прокнуло, что, ну, не заберет рез. Вообще великолепно. А может и успею слушать до ночи. Луна. Такс. Ну чё, удачи мне, что ли? Попытка номер 2. Такс. Закрываемся. Так, мне надо вот это. Вот это. Это есть. Все, все остальное где-то. Минус урон от лавы и еще минус урон. То есть урона вообще на самом деле весьма мало по мне должно влетать от лавы. Квикстак. Ну да, урон всего по одному идет. Правда, я горю при этом еще. Гореть не очень удобно. Ну ладно.
Если мне будут сердечки дропаться, в принципе, должно пойти нормально. И два артефакта на урон. Без щита вообще забей. Жалко, щит не обеспечивает защиту от горения. Топчик был бы. Ловушки я включу сразу. Ну, давай, ночка. Ать, оп, ать. Погнали. В идее, я должен собирать сердечко нормально так с этих мобиков даже. Ну вот, видишь, тыквы летят со всех сторон, собственно, да? Эх, блин, слишком далеко сделал, мне надо ближе делать. Там, видите, могут мобы влево упираться и все. Ну, собственно, вот эти тыквы, посмотри, какой там урон, там криты. 844, 802, там штукарь может быть крит. Хорош, критуля. Я поздравляю, Телер. Мне интересно, сколько у меня лавы будет. Вот смотрите, идеально лава работает. Если будет еще больше сердец дропаться, будет вообще шик. Но пока у меня хп много, ни одна атака сторонняя, кроме лавы, по мне не попала все еще. И сердечки мне, в принципе, с мобов даются. А еще у меня там регенящая лампа есть. А еще у меня зелье регенерации есть и так далее и тому подобное. Прикольно, короче. О, господи, флаг. Самое главное, вот, вот, королевка появилась, вот она самое главное. Как у меня ее убийство будет проходить. Оп, давай-давай, скидывайся, хорош. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Нормально, по ней даже криты хорошие вылетают. Правда, она по мне тоже жахнуть умудрилась. Каким-то образом. Я не знаю, отхилю я это или нет. Я пока подожду. Эй, минус королева. Ну-ка. Оп, подобрал, отлично. С королевы сердца подобрал, это забавно. То есть рейндж позволяет мне сердца подбирать. Ну что ж, в принципе, не так плохо. Лава работает, да. Лава более чем работает. Правда, я помню, когда я в прошлый раз, собственно, ее убивал, у меня вот этих шариков было намного больше. Действительно, с тех пор, как сделали, ну то есть шипы пофиксили, сделали меньше тыкв с этого меча. Потому что реально было больше. Я это прекрасно помню. Я по ней еще надавал. Либо у меня просто очень мало мобов респается. То есть вот я начинаю бить королеву, и получается гораздо больше тыкв. Еще отхил, спасибо. Не, все, на самом деле, все просто зашибись. С ледяной луны падает лучше в игре гранатомет, да? Окей, сейчас попробуем выбить его тогда. Не вопрос. Падает лучше в игре гранатомет? Выбьем. Обязательно выбьем. Мне здесь на самом деле очень сильно музыка нравится. Я не могу на паузу поставить, я забыл музыку погромче сделать, да, а звуки потише. Я не знаю, если я на секунду остановлюсь, наверное, ничего не будет. Так, секунду. Оп. Ач. Оп. Ач. Вот. Да, вроде ничего не было, нормально. Ей, айс. О, я ачивку заработал. Ice Cream. Я что, до 20-й волны уже добрался? А, до 15-й волны. Окей. 15-я волна достигнута. Здорово, Зоса. Ну, пришло время баянистых анекдотов. О, да-да-да-да, подлети еще разок, подлети. На-н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 а. Я даже прямую колбасить могу, почему бы нет? Про баннеры сами все видите. Мне по-хорошему надо, конечно, больше баннеров, которые к обычным мобам относятся. Баннер там, елки, баннер Сантанка, баннер Йети и так далее.
Но, в принципе, и так все неплохо. У меня пост какой-то есть. Ancient Slime Stuff. Забавно. Кстати говоря, оп. Вот так лучше. Я могу себе позволить даже отвлекаться, потому что я от лавы получаю урон в первую очередь, а не от мобов. Это так офигенно. Добрый день, привет, салатовый дник. Омега... Омега елит? Здорово, Омега. Оу. Окей, две королевки. Это уже достойное испытание. Эх, красота. Давай, ближе подходи. Арена работает, да. Лавовая арена не работает. Сложнее пережить, меньше урона, но работает. Честно говоря, офигенно. Зессе, не надо. Я тебя прошу. Ни к чему вообще. Блин, мне надо скоро будет вот эти вот удалять. А то инвентарь будет весь засолен с джеллифиш этими палочками. Сейчас. Смотрите, за ней какой плюх летит. Просто на пол хп прилетело. Какая волна? 18-я? Я, наверное, не успею до 20-й волны дойти, но все равно прикольно. Если с самого начала ночи делать тогда, то, возможно, успеваю до 20-й дойти. Сейчас все-таки нет, сейчас не успеваю. Уже светает на заднем фоне, то есть. Сейчас скоро светло совсем будет. Но это работает. Я очень рад, что у меня есть зелье, которое позволяет поднимать сердечки гораздо в большем радиусе. Спасибо, Флатушки, за подсказку. Так, сейчас какой... Давай. Прикольно. Мне нравится, как за ней собирается. Мегаплюх. Еще один посох, окей. Ну, давай хотя бы до 19-й волны, давай. Вот, мегаплюх в кулак собирается и... Класс. Есть, 19-я волна. Найс. Только Ice Queen, Sun Tank, Yeti и, собственно, дерево. Елки. Офигеть. Слушай, что-то я не понял, только что светлело, а сейчас снова темно стало. Странно. Может, я все-таки до 20-й волны дойду, было бы офигенно. Как дела? А то я запись смотрю. Дела замечательно. Вот видишь, прям шикарно идет. Субнаутика великолепно зашла. Сейчас вот радио замечательно заходит. Давай, где королевка? Я хочу 20-ю волну. Сейчас королевку убить, я, наверное, все-таки достигну 20-й волны за это время. Давай! Вдарьте по ней! Сжарьте ее! Отжарь королеву! Блин, все тыковки вниз летят на Йети и на танка. Давай! Пум. 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 Ну? Есть! 20-я волна! Хорош! Достигнута! И как раз закончилось все. Реально все закончилось. Реально вот в ту секунду, как я достиг 20-й волны, все закончилось. Офигеть. Фух. Найс. Ну что ж, ребят. Честно говоря, офигенно. Фарм с помощью палочек. У меня вот, видишь, сколько фарма? Ха-ха-ха.
Так. Так, теперь что там по баннерам? Это все не продавать. Викинг баннер, скелетон баннер нет. Блин, отлично, это баннер пойдет. Это хрень. Так, все остальное действительно надо продавать. Так, выйти. Что там про лут внизу? Я вообще мол... Ау. Вообще молчу. Вы посмотрите просто, сколько здесь лута. Жесть. Так, погнали продаваться. Свободная касса. Где свободная касса? Так. Ать-оп. Ать-оп, 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 ать-оп. Оу, стоп. Да ладно, слизняков тоже можно продать, если что, нафармлю еще. Вот, фарм слизи, как патронов для огнемета. Ууу, прям забей летит. Так, это сюда у нас поставить. Что ж, весьма ГГ, я безумно рад, что это работает. И работает таки просто замечательно. Теперь я могу и ледяную луну, и тыквенную луну у себя проходить. Блин, это так офигенно, честно говоря. Я очень доволен, правда, я очень сильно доволен. А, у меня мед сюда вылился, поэтому здесь лавы нет, блин. А я-то думаю. Так. Что у нас там наверху еще? Оп, блин, больше не лезет. Ладно. Так, что у меня есть? Хук, Christmas хук на барабане. Кстати говоря, у Christmas неплохой хук. Мне он нравится, как выглядит. Так, нет, вот. И да, ему черный цвет только немного не идет. Так, посмотрите, какой красивый. Ёлочкин хук. Ой, ну, гирлянда обычная, да? Так, так прикольно вообще. Что ты делаешь? Фармлю ледяную луну. Точнее, выформил ледяную луну. Гирлянда. Но правда, она, этот хук не такой уж хороший. То есть вот я, хотя, до начала стола дотягиваюсь. Так, а этим? Он такой же, слушай. Блин, да, я тогда гирлянду себе оставлю, чё бы нет. Прикольно. Пускай на гирлянде висеть буду. Как настоящий мяу. Так, одно, но где у меня все цвета хранятся? Да, здесь отлично. Так, далее что мы делаем? Далее мы продолжаем все продавать. На продажку. Так, продать. Elf Melter продать, 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 продать. Так, стопе. Christmas Tree Sword. У меня его не было. Фестиваль Wings тоже не было. Сантанк трофей тоже не было. Так, это было. Blizzard Staff. Это тот самый, да? Да, это тот самый. Было. А вот это, видимо, ракетница, да? Launcher самонаводящиеся ракеты пускает. Launching Homing Missile. Если только... Ну, у меня ракеты, в принципе, есть достаточно мощные. А это точно самый мощный ракетомет Порс в игре? Если да, то это просто офигенно, потому что мне их упало 3 штуки целых. Так, ну что ж, вот вам, пожалуйста, фарм ледяной луны. Что-то я в лаве такой постоял без палева. Так, сейчас. Это продать, продать. 2 платины, 66 голды с луны. И плюс куча классных вещей. Я так понимаю, что крылья... Ну-ка, стоп. Стоп. Смотрите, какие снежные... Ну, праздничные крылья, не снежные. Гирляндовые крылья тоже. Очень мило смотрится. Но они, на самом деле, куда меньше меня поднимают, нежели крылья Реброна, естественно. Реброновские крылья, они вообще топовые. Так. Меч, который пускает шарики. Тоже хороший меч, он весьма прикольный. Ну и, соответственно, ракетомет на 79... 79 рейндж урона, разве это много? Хотя, с другой стороны, если сделать себе шапку, которая увеличит еще урон от ракет и так далее и тому подобное, может быть, добиться можно очень многого с помощью этих ракет.
Так, смечек сюда пойдет. И ракету сюда пойдет. Куда-нибудь, блин. Так, кристалл будет. Обычный метеоритный патрон выкину. Ну вот, собственно, ребят, прикольненько получилось. Даже где-то лакин. Я бы не отказался еще тыквенную луну пофармить. Она, блин, посложнее, поприкольнее так получается. Ну, такое. Так. Ага. Мне больше некуда пихать слизи. Слушай, слизи. Иди сюда. Так. Че там, чатик? Че там, именно так, да? Забавно. Понял, просто спасибо. Шаг, глянь-ка. Ну-ка. Кто там дохнет? А, там пират зашел в лаву погреться. Окей. Нормально. Топовый хук, да. Такс. Что мне надо сделать? Мне надо себя обратно вернуть в билд. Так, я все в милишном билде, окей. Аллилуйя. Так, мне надо артефакты поставить, которые у меня для фарма лун, если можно так выразиться, обратно к фарму лун. То есть вот у меня тыквенная луна фармится, вот у меня снежная луна фармится, ледяная луна. Блин, офигенно, честно говоря. Я прям довольный. Аж слон. Вот. Такс. Оп. Здесь даже еще никли осталась какая-то. Найс. Так, ну что, Реброна убили. Луну пофармили. Ок. Осталось сделать только одну маленькую вещь, мать ее, луна развалить. Что немного пипец. Так. А давай-ка мы сделаем вот так вот. Вот. Стрелы. Надо больше стрел. Сейчас я сделаю себе еще святых стрел, пожалуй, что. Оп. Так, теперь мне нужны обычные стрелы. Оп. Обычные стрелы превратить в святые стрелы. Такс. И вот такс. Слушай, как приятно. Много-много-много святых стрел. Прикольно. Так, это обратно запихать. Да ладно, мне нет места под Hellfire Arrow, серьезно. А, у меня обычные стрелы здесь. Ну, можно гранатку брать, они нафиг не нужны. Так, по крайней мере, я теперь знаю, где единорога фармить и как единорога фармить. Поэтому все ог. Ну и, собственно, пойдем струлять, башни вызывать. И добудать, естественно. Кстати, если башня бы появилась где-нибудь здесь ближайше, то есть, когда я играл тогда в первый раз, у меня башня появлялась прямо на моей арене, вот этой вот, да? Очень прикольно, у меня причем солнечная башня была. Я просто стою в лаве, атакую мечом, а башня умирает сама по себе. Это очень прям, очень-очень, я бы даже сказал. Угу, так, у меня... А, нет, супчик выпит, нормально все. У меня даже супец есть. Забавно, Флот. Хороший гиф. Расходники стрел. Стрел не жалко. Стрел очень много. Особенно если у меня есть вот такая вот милая вещь, позволяющая еще больше не расходовать стрелы. Ах, Нубскинуб, я тебя последний раз предупреждаю вот так вот. В следующий раз я тебе дам перманент, если ты не будешь нормальным человеком. Тя 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 т
Так, я что-то не понял. Я уже далеко прошел. Ага. Эта могилка же не просто так. Меня, по-моему, здесь Реброн догнал. Вот. Эта могилка не просто так, да, меня здесь Реброн убил. В принципе, я успел далеко пробежать-то. Так-с. И, собственно, так, готовимся. Я, правда, без бафов, я вообще умный дофига. Ну, давай. Так, главное мочь в уклонении, да. Уклонение, это важно. Кстати говоря, с крыльями Реброна намного легче получается. Так, прервал, отлично. Ай. Так, мини-карта, ты мешаешь. В прошлый раз, вы помните, как я его убил удачно, да? Аж так, что умер я, а не он в итоге. Да ладно, ну я ж тебя бью. Оу, не прокнуло. Окей. Ауч. Ну. Фу, найс. Так, здрасте. Ну и, собственно... Так, о! А, нет, не о, показалось. Блин, у меня механик что-то делает на моей арене. Механик заспаунился на арене. Огонек теперь у меня слева будет, окей. До какого-то патча они были совершенно, ну, то есть, не рандомные. Я помню, что я к определенному месту готовился, то есть, для огненных делал свое место и так далее. Сейчас они как бы рандомно спаунятся. Ок. Так, кто мне здесь будет? Розовый? Блин, мозголюбы. Окей, значит, здесь у меня мозголюбики находятся. Шарики долбаные. Я, кстати, не помню, это кто? Это маг? Это воин? Это сумонер? Я помню, что только Солар это, собственно, милишник. А со всеми остальными я что-то как-то не сильно заморачивался. Не запоминал. Уи, получай по щам, мозголюб. А, кстати, мне миньон мой некисло помогает. Очень некисло мой миньон мне помогает. Так, собственно, брейнсакер. Что-то как-то, блин, что-то меня мое ХП начинает немножко смущать. 29 секунд еще целых. Еще целых 29 секунд мое ХП будет меня смущать. Хотя, не, может быть, даже меньше, если я сдохну раньше. А я наверняка все-таки сдохну раньше, блин. Потому что мое ХП начинает смущать меня еще больше. Интересно, есть выход, конечно, бить тупо вниз, и тогда их звезды вполне себе поубивают. То есть мне надо стрелять чисто вниз, а не в них. И тогда мои звезды, ну точнее звезды от моих стрел, будут их убивать еще круче, чем даже я. Про... Да. Да. Чуть-чуть не успел. Сють-сють. Маги, да? Маги. Сдохни, 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 сдохни. Нет, 123 хп осталось. Файл. Так, мисс сестренка. Привет. Та-та-та-та-та-та. Где у меня механик? Механик, ты идешь сюда. Так, собственно, кто у меня поближе? У меня поближе стрелки, по-моему, да? А слева у меня будут суммонеры и милишники. Окей. Так, стопэ. Ать. Оп. Хорошо. Ну, теперь можно, в принципе, идти сражаться снова. На смерть! Угу. Кстати говоря, ну почти, почти на арене. Если аренку чуть-чуть правее бы сделать, то вообще... А, нет, смотри, это суммонеры. Это не стрелки, это суммонерская хрень. Это по шарикам, понятно, потому что эти шарики, блин, суммонят другие шарики, которые суммонят другие шарики, которые суммонят другие шарики, которые суммонят другие шарики. Я тут даже не знаю, куда теперь... То есть мне надо, по идее, в каждую... то есть на каждый спаун столбов...
заспаунить, точнее, поставить свой баннер. Точнее, не свой, а каждый баннер. На каждый спаун столбов, абсолютно каждый спаун. То есть, должно быть по 4 баннера на каждом спаунере столбов. Не по 4, но по 4 типа, да, для солнечного, для... то есть, для милишнего, для рейнджевого, для суммонерского и для магического. Оу, нихрена себе 174! Чё-то как-то больно. Слишком-слишком больно. Уф, 202. Охереть можно. Вот от этой тварины ракеты летят, конечно, очень мощные. Жуть просто. Тянь-тянь-тянь. О, чё, Мубат очнулся? Да ладно. Русалка жива? Ну-ка, давай, Свегман, удачи тебе. О, на 90% жива, прикольно. Все еще приходит в себя после попойки. Так, снова стоп. Ать. Оп. Вот, можем продолжать идти. Сейчас продолжим разговор. Я не знаю, с какой смерти я сумею завалить этот столб, но тут еще надо перед Лунаром будет как-то подготовиться. Я даже не знаю, зелье выпить, либо просто... Ну, кстати говоря, что мне мешает на маунте это все дело проходить? Уи, у меня же есть мяунт! Мне даже не обязательно, собственно, крыльями пользоваться. У меня есть просто мяунт. Который очень прикольный. Вот это я понимаю, я дамаг. Не, мне реально проще стрелять в землю, чтобы просто всех ауешкой накрывало ой-ой-ой, звездами. Звезды наносят просто колоссальный урон здесь. То есть сами звездочки наносят урон там в районе 150-200. То есть моя стрела наносит плюс-минус столько же. Но звездочки-то они, блин, гораздо массовее, чем мои стрелы. Блин, на маунте намного проще, честно говоря. Реально, намного-намного проще. Да, ну или нет. Медленнее, да. Медленнее на маунте. Такое. Синяя, это же башня вихря. Наверное, порс. Я не знаю, вот это вот суммонерская башня, насколько я помню. Правая магическая, это суммонерская. Вот этот вот Вортекс Пилар, это как раз будет стрелковая. Этот Стардаст, это суммонерская. А Небула, это магическая. Нет, башня вихрь, это где чужие морпехи. Ну да, там где стреляют. Собственно, ты видишь, в меня никто не стреляет. В меня пускают какие-то гребаные ракеты, но обычные выстрелы в меня не идут. Мобу было абсолютно наплевать на меня вот только что. Вот сейчас обидно было, на самом деле. Просто реально мимо меня так и проходит, как будто я ничто. И звать меня никак. Такс. АОЕшнеги. Так, АОЕ наше все, АОЕ наше всегда, АОЕ наше всех. Всех за АОЕшу. Блин, до сих пор не снят щит, очень странно. Во-во, а ты чё так резко пошел-то, ё-моё? Уху! Чем у меня меньше хп, тем он резче передвигается, что ли? Я что-то не понял. Ну, смотрите, как я теперь летаю, это просто пипец. А, да, слушай, он ведет себя как ребром, значит. Чем меньше у меня хп будет, тем он будет резче передвигаться. Блин, да это офигенно. Эх, эх, не успел наверх. Вот подъема ему действительно не хватает. Вортекс есть вихрь, ну логично. Вортекс зеленый, оказывается. Блин, я не могу назвать ее зеленой. Бежевая, что ли? Но она же не зеленая. Она такая, она... Она бирюзовая, она странно бежевая, но она же не зеленая. Ну да ладно, это... Мое цветоразвлечение, я буду его так использовать. Так, секунду, надо супчик самечить хотя бы.
А еще можно Artillery Potion выпить. Во, хорошая идея. Отлично, отличная идея. Уху, в голову идея пришла. Хорошая причем. Блин, Реброновские крылья вообще топчики. Че я раньше Реброну не убивал, хрен узнает. Что-то я опасался Реброну убивать, оказывается, он весьма легкий пацан. Так. Я не знаю, когда с нее щит наконец спадет. Я правда много уже, ребята, юнитов переубивал. А щит все продолжает и продолжопа продолжает действовать. Не, лучше уж, блин, я пока на крылышках полетаю. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу! На крылышках все-таки иногда поудобнее получается. Воу, 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 змейки. Тихо, ай, 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 ай. Так, ауешим, ауешим, ауешим. Ау-ешим. Уху, уклонился прям, как боженька. Как флатушка прям. Это не значит, что флат бог, не-не-не-не. Просто флат в уклонении может, поэтому с ним можно сравнить. Ах ты жопа. Тихо, 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 тихо. Мне нужно свободное приземление. Свободное касса. Приземление, в смысле. Так. Ну, во, все, наконец-то. Дай, бяч. Что, у меня хп маловато? Совсем. Да, найс, убил. Правда, это не значит, что вот эти мобы просто так, ну, исчезнут. Мне их как бы переубивать тоже надо. Чтобы ресурсы нормально забирать. Ах ты же задница, а? Так, хватит плодиться. Фух. Найс. Минус одна башенка. Пойдет. Вот выпил Archery Potion, дело сразу пошло. Продолжу поэт что-то новое. Продолжу поэт, это когда продолжение тебя будет несколько смущать. Такс. Че мне там? Ох, блин, мне еще полчаса пилить до туда. Самое вот противное это допиливать до дальних пиларов. Телепортов я по-прежнему себе здесь как бы не развел. А до пиларов пилить и пилить, как бы это странно не звучало. Так. О-о-о. Не, вот этому Маунту Реброну реально не хватает подъема. Да и скорости подъема. Он по вертикали вообще не может передвигаться. Ну, то есть совсем. Да, здесь только на крыльях. Именно из-за скорости скорее. Брейнсакеры! Телепукеры! Телепортеры, я извиняюсь. Так. Хпшка. Ща я тут на ауешу по полной программе. Возможно, даже стоит уже, ну, поставить баннеры, которые позволят брейнсакеров убивать намного быстрее. Оп. Охренеть, я там прошел, не получив урона. Это прямо героизм. Героизмусь. Ну, здесь, кстати, удобно. Вот в пустыне на прямой поверхности, блин, удобно отбиваться. Не от всех, конечно, мобов, но удобно. Ай, жопа. Ай, тихо, 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 тихо. Вот эти вот гзенки стреляющие меня больше всего смущают. Мало того, что они телепортируются постоянно при каждом уроне, так они стреляют еще очень больно. Просто реально забей, как больно. Да и метко. Тихо. Главное вспомнить уроки Боши и уклоняться, 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 уклоняться. Но! Есть, разбито. И в минус пилар.
Так, собрал пилар, отлично. Теперь надо, наверное, прийти к пилару солнечному, а потом уже убивать пилар, который ближе ко мне. Чтобы быстрее телепортироваться, быстрее набрать, я не знаю, набор бафов просто себе и пробовать убивать Лунара. А вот как я буду убивать Лунара, я, честно говоря, не представляю. Вообще причем не представляю. Ну так выбей НЛО, ты в воду залезь. Я в воде от Лунара не уклонюсь, здесь слишком мало воды. В принципе, понятно, да, Ребрановский маунт в воде просто себя идеально чувствует, но... Не. Есть Аризанов, но только у одного вида ножей. Вампирские ножи. Там же урона минимум нет. Все зависит от того, насколько ты хороший милишник. Там урона очень много. Там выскакивают по 4 ножа с каждого урона и с каждого процента тебе регена. Никакого другого вампирика в террарии нет. Только у вампирских ножей. На арене же... Ты понимаешь, Порос, от него придется уклоняться тогда. То есть его действительно придется в тупую убивать уклонением. Я боюсь, я не смогу его в тупую убивать уклонением. Ай. Тупанул. Да, господи, хорош тупить. Так. Сданьте. Дайте подобрать. Все, подобрал, найс. Блин, пока подбирал, больше половины хп потерял только. Вот это уже стрелковый пилар, это уже да, это я понимаю. У меня кто-то сдохнуть где-то умудрился. Каким раком, непонятно, ну да ладно. Интересно, что здесь можно лево-право дефать. Правда, в меня при этом стрелять, естественно, будут, но дефать-то можно. Слушай, какое удобное место оказалось. Ау. Да, на стрелков надо обращать куда более пристальное внимание. Ау. Эта хрень появилась прямо во мне, которая вызывает новых мобов. Ну, пчелок, в смысле. А, 38 хп, лол. Такс. Меня сейчас любая дробинка нахрен убивает. Тихо. А, нет. Нет. Да. Я к себе... Ах ты жопа! Так, я не хочу лишний раз умирать. Я ж к себе домой практически прибежал. Месяцренка, спасибо. Это... Ну, создать большую арену с кучей воды? Ну, блин, мне вообще это ни разу не лень делать, да? Не получится у тебя уклонить. Ну, чё ты такой критичный? Ну, чё ты? Ну, может, смогу? Ну, фырь. Чё ж мне никто не верит-то, ё-моё? А ну, поверьте же, я смогу в уклонении. Я смогу в уклонении. А то все такие фырь-фырь-фырь, фу-фу-фу. Ты не сумеешь, тебя убьют обязательно, бе-бе-бе. А вдруг такое, тёпу сумею, чё вы? Чудеса же случаются. Там вон Газпром чудеса сбывает. По 7,50 за штуку. Это чё за слизняки такие наверху, лол? Я первый раз, по-моему, таких вижу. Ну, либо первый раз обращаю на таких внимание. Не стреляйте, блин, вы прям в меня. Не, реально, очень удобно. Вот здесь прям чуть ли не идеальная аренка для убийства. Мухи телепортируются в меня крайне редко. Мобы приходят крайне часто. Убиваются крайне легко. Правда, если их много со всех сторон прет, тогда получается не очень. В принципе, можно, блин, стенку с одной стороны поставить, и все. Они не смогут через нее перепрыгнуть, и мобы будут переть на меня только с одной стороны, и я их буду совершенно спокойно убивать. По-моему, это хороший план.
Я, правда, не запомню, где это все происходило дело, ну да ладно. Ай, тихо. Ни хрена там куча мух просто пробиться не может. Не может перепрыгнуть банально. Посмотри на эту кучу огромную. Еще больше. О, блин, пилар уже давно того самого. На-на-на-на-на-на. Все, минус пилар. Пилар, оказывается, давно доступен для убийства был, а я такой отёп-отёп-отёп веселился. Так. Фух. Найс. Ну, что ж, в принципе, I like it. Ну, так тогда убеги в океан, считай, что уже две аренки есть. Угу. Только океан такой, такая себе аренка получается. Потому что у меня океан с обоих сторон очень маленький, ты видишь? Что здесь тем более. Здесь еще меньше даже. Простой вообще, как две копейки. Так, ладно. Что я хотел здесь поставить? Я, собственно, хочу поставить раз баннер. Два баннер. Три баннер. Четыре баннер. 5 баннер. Ну, 5 баннер. Вот 5 баннер. Вот. Это на тот случай, если мне здесь придется что-то еще фармить, добывать. Из среди столбов. И, собственно, баннеры я уже подготовил для этого дела. И это хорошо. Делаю броню вихревую, блин, туплю. Тупишь, согласен. Ты знаешь, мне бы тоже очень хотелось вихревую броню прямо сейчас. Но тупишь, да. Тут. Я не знаю, сумею ли я сейчас в уклонение в Лунара или не сумею, посмотрим. Уй. Я буду очень надеяться, что смогу. Что прям вообще такой, мужик. И чтоб в Лунар мне не попало. Хотя, блин, на второй его стадии я не смогу в уклонение, я практически в этом уверен. Возможно, действительно придется воспользоваться техникой, которая не очень, и телепортироваться к медсестричке, которая будет меня лечить. В то время как Лунар меня будет догонять. Ну, то есть двигаться все это время в одну сторону. Ох, я обожаю этот задник. Ау. Так. Слушай, вот эти вот хрены, которые через... Жопа. Через стены пробивают, они просто пипец. Мне надо тоже здесь найти какую-нибудь удобную аренку, где я смогу их убивать, но... Ответка меня совершенно спокойно убивает. Хотя, если в мили работать... Здесь, наверное, есть смысл мили работать. Так, отёп. Все. Ща я в мили прям лицо нахрен поразваливаю, мразим так не очень. Так. Тя-тя. Так. Так, вот эта только фигня не нужна, ее можно продать. О, дай денег, дай, спасибо. Так, шопа. Он ничего не стоит. В принципе, мне надо с зельями уже быть. Я думаю, что... Ага, у меня на movement speed нет зелий. Так, ну-ка. Вафель. Sweetness Potion. 25 increased move speed. Да. Плюс еще Iron Skin. Да. Плюс Regen. Да. По сути, это все, что мне надо на самом-то деле. Явно не Battle Potion мне нужен, да? Так. Просто основной набор зелий. Надо больше супчиков будет себе сделать, но это такое. Это потом уже пойдет. Че, погнали еще раз в луну, только в этот раз милишкой бить. Нужен же еще один ингредиент с лунара. Да, слитки! Лунаровые. Сколько раз шаг умрет от своих стрел? Больше нисколько. Слушай, вопрос, а вот эту вот атаку, несмотря на то, что она милишная, они могут в меня отбивать или нет?
Потому что если они в меня отобьют мое же копье, которое мне плюхнет под 250, и еще и во мне останется гореть, то это получится не очень. Значит, мне надо будет вот этим только их убивать. Все, как русалочка тебе предсказала? Окей. Ну вот хотя бы русалочка в меня верит, но анекдота. Всего 50 светлых мумий? Да ладно. Офигеть, от светлых мумий только сейчас полтинник стукнул. Я думаю, я их намного больше убивал. Так-с. Наверх, давай, мужик, тащи. Так, это, собственно, спуск в джунгли. И здесь у нас где-то должна начаться задница. Вот она, пустыня. И вот она, судя по звуку, задница. Да что ж за жопа-то такая, блин. Они реально запарили в меня телепортироваться. Ну просто не поперло мне с мобами. Что за жесть? Меня так бесит, что они через стены проходят, и все, я с ним ничего не могу сделать. Они из-за стены выскочили, отёп, все, я развалился. Либо у меня не фулл хп было, хотя нет, у меня, по-моему, фулл хп было. Просто они, мрази, ненавижу эту башню. Тупая солнечная башня. Какого это метательное копье считается мелиоружием? Да просто так, почему бы и нет? Это, понимаешь, ну то есть, если бы оно летело вот так вот по прямой до упора, тогда да. А так-то оно такое себе, ну типа, недалеко летит, так, на полшишечки. Это как топорик метательный, да, он тоже считается мелиоружием. Прикольно. Оп, шаг, возьми крылья. В смысле возьми крылья? У меня крылья сейчас вообще охрененные. Какие тебе крылья надо взять? Какие мне надо крылья взять? Не-не-не, какие по-твоему мне надо крылья взять? Вот, вот так вот. Пум-пум-пуру-пуру-пум-пум-пуру-пуру-пум-пуру-пуру-пум. Ничего не могу поделать, солнечная башня меня реально аннигилирует просто. Потому что там мобы, которые просто банально проходят через стены и все. Эти мобы, проходящие через стены, меня просто убивают, да. А улететь, то есть они такие, они, ну, по земле стелятся вообще спокойно. Но улететь я от них не могу, потому что здесь дракон защищает воздушное пространство. Та тоже еще мразь. То есть, вроде как, отклоняться от них, конечно, надо. Но очень сильно аккуратно, чтобы в дракона не попасть. Кстати говоря, здесь еще мобы должны быть метеоритные, а их нет. Потому что пилар перебивает метеоритных мобов. Я, кстати, этого не знал, жопа. Блин, или стрелка нафиг поставить только самонаводящимися пулями. Может, проще будет. Тупая башня. Построй платформу вверху, чтобы они не могли сквозь стены. Интересная идея, построить платформу, пока они меня бьют, а дракон во время полета пытается меня убить. Почему бы и нет? Я даже не вижу ни одного мешающего мне фактора, чтобы не построить эту платформу. Блин, мне Лунара придется убивать. Так, ладно. Значит, мы делаем пока вот так. Мне же Лунара придется со стрел убивать. Кстати говоря, я забыл зелье для стрел еще с собой взять. Так, и пушка. Так. И Archery Potion надо не забыть. Archery Potion. Так. Блин, нахрена ты одно выпил, фыр? Благо у меня их много, конечно, но такое. Так, плюс надо сменить вот так, вот так. Ну и пока все. Все, собственно, теперь можно попробовать их расколбасить самонаводящимися выстрелами. В прошлый раз я, по-моему, солнечный пилар, кстати говоря, самонаводку и снимал.
Кстати, чистый танк способен против Реброна или нет? Ну, если с солнечным оружием вот с этой, то да. Если без него, то... Ну, если с Терра мечом только, то нет. Не в эксперте точно. Вот не в эксперте 100%. В обычке может быть, кстати. Не, Рязанов, если оружие вот это вот солнечное копье, то я думаю, вполне может быть еще. Солнечного копья, я думаю, можно убить. Просто в жучьей брони и солнечным копьем. Так, ну-ка. Чё-то мобов нет нифига, ну-ка. А, вот, теперь будут. Ах ты жопа. Ну вот, он в меня ракету мою отбивает. На чёртову до хрена урона. Просто как псих во все стороны палить с пулемета. Ну, хорошо не отбил опять, а? Просто реально вот изо всех последних сил отбивать это все дело. Дракону снимать по КД, мало ли мне полетать придется. А меня этот дракон на 200 урона как бы перекусывает. Лопапам. Удобно, слушай. Очень удобно получить. Ау. Ну вот если только... Да, вот оттуда через стены не заходит. Ах ты падла. Ах ты падла. Фыр. Дважды в меня выстрелил отбили, решил уклониться от последних, и тоже появился дракон. Ну почему бы и нет, да? Почему бы драконы внезапно не появляться? Нет, например, мультипушку с пятого элемента. Нет, немного не то. Мультипушка с пятого элемента в ганже у нее есть, в принципе. Здесь, к сожалению, нет. Если бы это была мультипушка, я бы с удовольствием нажал красную кнопку, убил бы себя и все вокруг. Было бы намного лучше. Потому что я-то могу воскреснуть, а все вокруг нет. Пям, пям, пум. Блин, самое противное, наверное, все-таки добегать до туда. Просто огромную кучу времени это все дело занимает. Мне, кстати, после убийства солнечной пилары даже не обязательно телепортироваться домой. Если будет мало хп, то да, отхилиться, но тут же отходить. Мне надо, чтобы Лунар не убил мне сестричку, и чтобы он просто банально далеко от меня был. Да? А потом, когда у меня станет мало хп на Лунаре, просто телепортнуться домой. И, собственно... Так, надо вот так делать. Телепортнуться домой и совершенно спокойно отхилиться и снова выбегать на Лунара. Но чтобы совершенно спокойно выбегать на Лунара, мне надо будет стенки как бы немного покорябить дома. Чтобы у меня выход был свободен. Блин, это косяк. Я не хотел дом разрушать. Но мне действительно проход нужен. Либо вверх. Просто дырень вверх какой-нибудь сделать. Так, мне понравилось мое прошлое место. Вот я здесь стоял. Драконов этих долбанных убивать. Ау. Ах ты... мразь. Вот просто реально в меня мои же стрелы просто невероятно круто летят. Убей. Фух, найс. Дракоши эти, блин. Так.
Да, вот этого. И этого, и этого тоже. Особенно вот эту падлу бы. Давай, да. Хорош, дракошу. Отхил, 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 отхил. Сколько? А, 18 секунд еще целых, нифига себе. Ну вот это падло отбивающий выстрел, это, наверное, самое паскудное, что здесь есть. Ну, помимо дракончика. Дракончик-то еще мразь, а падло отбивающий выстрел, это просто забей. Дракончик просто мразь, а это забей. О, баннеров уже нахоботил себе, неплохо. Хоть прямо здесь, мать его, устанавливай баннеры эти. Интересно, может уже все? Не, вряд ли. Я еще не убил достаточно мобов. Ах ты, сволочь. 240 меня дракоша жрет. Просто охренеть можно. Да показалось тебе, Рязанов, просто одна цифра стакается с другой. Тебе все кажется. Мне, кстати, надо было постоять, просто так и не пострелять. Надо было криты себя поднимать, а я туплю. Как всегда. Так. Случайно в тупик залетел. Я извинюсь. Мне просто надо было постоять, не стрелять, стать инвизником и просто валить их критами. А я что-то туплю. Так, это удачно встал. Все вокруг простреливаются. Да, включай меня. Из-под земли-то на меня тоже совершенно спокойно выходят. В этом основной минус моей позиции. Простреливаются отлично. И я простреливаюсь не менее отлично. И когда на меня этот рашер отбивной тоже прыгает, и я от него себя простреливаю отлично. Подракоши в хвост я специально... А, ну подракоши в хвост понятно, а у него брони же нет нифига. По дракону вваливаются урона, просто забей сколько. Тогда может быть. Хм. Но у него и хп, соответственно. Та еще мразь. Ну, правда, самый сложный пилар, пожалуй. Самый неприятный и самый сложный. Никто не любит солнечный пилар. Так. Ого, за мной уже выехали прям сразу. Нифига себе. Ага, за мной дважды сразу выехали, окей. Так, нет, давай-ка вот сюда. Тихо. Ау. И на секунду остановись. Вот, найс. Все, криты у меня, по идее, уже должны работать. Вот, я урон тогда получил. О, неплохо. Ну, 3400, 3380 по дракоша-то. Жалко, по остальным такого урона нет. Ну и хп, ты видишь у него, соответственно, да? Я могу на обычных мобов потратить 5 выстрелов, и на драконов потратить те же 5 выстрелов. Только по обычным мобам у меня урон в 10 раз меньше. Я сам себя кританул на 340 своей же пулей. Можно и деревянным мечом его зарезать, наверное. Да, попробуй. Просто вот челлендж тебе. Попробуй зарезать дракона деревянным мечом. Мне интересно, как у тебя это получится. Как по нему сначала получится попасть, а потом как получится его зарезать. Тун-тун. Интересно, со снайперки, наверное, этого дракоша можно ваншотнуть вообще. Там 1020 вылетит крита, и все. Дерево подходящего размера найти, ну да. Деревянный меч, как в японских фильмах, просто в 4 раза больше тебя самого такой. Шмяк! И нету. Просто полмира сразу нет. Отрезал.
У Террари нет дополнений? Есть какие-то модификации, но таких вот прям, чтобы дополнений нету. На Террари есть небольшие модификации, я так понимаю, пользовательские. А дополнений... Ну, официальный патч, если только. Таких вот дополнений, прям вот, чтобы DLC нет. Или Террари нет. Что не может не радовать на самом-то деле. Эх, сейчас я очень сильно... Я не жду, блин, обновлений в Террари больше. Просто Террари хорошая игрушка, я решил в нее поиграть, вспомнить, каково это, да? Вообще, я жду Террари Other World, конечно. Это прям вообще 100%. Квинтэссенция ожидания. Тварь успела меня укусить. А, пилар свободен. Свободный пиларчик. Ау. Пошел отсюда. Так. Валим отсюда, мне надо отхилиться. А, миссистренка, спасибо. Шлему меняем. Бафы те же. Валим отсюда. Так, что у тебя там? Чувак, 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 чувак! Да чувак, мать твою, хватит прицел использовать. А, ничего интересного. Ничего интересного. Картинка какая-то интересная. Так, стрелы в руки, руки в зубы. Зубы вставил и пошел. Так. Оп. Фух. Только не на этой аренке мне надо делать. Ну его нафиг. Ну чё, Лунар? Он, по идее, сейчас уже появиться же должен. Здарова, Лунар. Так, ну и, собственно, уклоняйся, уклоняй, не уклоняй, все равно получится нагоняй, блин. Фишка Лунара вот сейчас в эксперте, да, для моего уклонения. Это именно то, что у него глаза наносят очень большой урон. О! Прикольно, прикольно. 283 лазером. Значит, для него надо делать все-таки арену и на арене держаться практически на одном месте. Да, Лунар, конечно, получился успешно, блин. А для него надо делать арену, держаться на одном месте, и у арены должен быть закрыта верхняя часть арены, которая, ну вот, вот как у меня дома, да? То есть, чтобы стрелять у него в руки, но лазером, чтобы он по мне не попадал. Он лазером не пробивает блоки. А так в 300 себе урончика получить, это да, это вкусно. Очень вкусно. Глаза лазер надо облетать. Да, от них можно скрыться. Я знаю, что можно, в принципе, пробовать облететь ее поверху, но от него скрыться можно. Да, 300 урона в лицо. Да. Вкусно. Да. И на аренке должен быть доктор. Да нет, доктор у меня вот здесь вот будет. То есть я буду просто телепортироваться, хилиться и убегать куда-нибудь. Можно прямо здесь аж дырень сделать там вот. Убегательную, вот так. Просто хилиться и тут же вылетать нафиг. Вот так. Нет, чуть-чуть не так. Вот так вот. Не, пусть. Вот. Просто похилился такой в перда. Уху. Что-то вроде этого. Правда, с крыши мобы смогут заползать ко мне. Это минус. Ну, посмотрим. У меня есть куча баннеров, которые надо где-то расставить. Я даже не знаю, где, честно говоря. Где у меня первый был? Здесь я баннеры... Здесь я баннеры не ставил, по-моему, да? Да, здесь у меня баннеров нет, по-моему. Пойдем там заодно, значит, баннеры поставим. Ашак играет в самый обычный террари, который в стиме, да? Самый обычный террари в самом обычном... Из самого обычного стима. Такс. Ага. И если здесь, собственно, отбиваться... То надо... Я не знаю даже делать что. Так.
Ну, какое-нибудь деревце. Вот так, во-первых. Так, и вот так. Теперь мне надо сделать... Нет. Такую вот фиговину. И навешать, собственно, сюда пиларов разных. Типа вот рязь, двась, трись, четырись, пять, шесть, семь. Во! Пиларочки, собственно, у нас здесь будут. Ну да, как-то. Ну, Лунари, я согласен. Что-то как-то очень быстро получилось. Я тоже такого не ожидал. Ну, я просто банально не ожидал урона в 285 по мне. 283 по мне. Что-то это было внезапно немного. Все-таки в эксперт моде Лунар он вообще заби... Блин, у меня теперь эта крыша не считается полной. И поэтому это не считается домом. Фак. То есть мне надо эту крышу будет снимать, только когда я соберусь на Лунара. То есть вот теперь я могу спаунпоинт поставить. А до этого не мог. Потому что это теперь не считалось дома. Ну, можно было ТП. Ну да, я понимаю, Ланир, можно телепорты делать вполне. Ну, в это время для третьей игрушки нет. Полшестого. Да не, я думаю, я так вину Луну сейчас еще разочек пройду. По формулю, так сказать, и закончу на этом. Люблю все-таки тыквенную Луну. Не знаю, морозная Луна, она прикольная. Да и проходится, грубо говоря, легче и менее... Не, более спокойно, менее нервно, нежели тыквенная Луна. Но мне нравится тыквенная Луна все-таки. Я, кстати, туплю, мне надо вот это сюда поставить было. Мне просто банально очень сильно нравится, ну вот, сама тыквенная Луна, как тыквенная Луна. Так. Вот они, эмблемки мои. Так, только я пока оранжевого уберу сюда. И сюда. И сюда. Так. Хочется еще раз тыквенную Луну пройти, и, собственно, можно будет заканчивать. А, так, что мне нужно? Мне sweetness не нужен. Мне нужен Iron Skin Potion. И... Го-го. Реген Potion. Супчик нужен, блин, супчик надо варить. Так, где мой супчик? Хотя, стоп, здесь же чувак должен... Вот. У него же должен супчик продаваться еще халявный. Тьфу, блин, не у тебя, нахрена ты-то мне нужен? Ты мне нужен. Во, халява. Раз халява. Два халява. Картина какая-то прикольная. И саке. Саке мне уже не надо. Оп. Картина. Прикольно. Ну, собственно, 60 рагу я себе обеспечил. Мне надо еще зелье, которое позволяет раньше сердечек. Вот. Такс. Теперь... А, ну да. Не, ребят, мы сегодня тыквенную луну еще одну не пройдем. Я, наверное, заканчивать буду сейчас, потому что у меня эктоплазмы столько нету. А следующий раз надо уже будет начинать с того, что я пойду в данж и буду фармить себе эктоплазму. У меня эктоплазма кончилась со всеми этими экспериментами над лунами, над разными. Просто банально закончилась эктоплазма. Поэтому я зелья пока вот сюда вот уберу, чтобы они у меня были. Вот. А начинать в следующий раз действительно придется с того, чтобы пойти в данж и выфармливать там... Ну, я не знаю даже. Мне много эктоплазмы понадобится. Диджей, не спамь, пожалуйста. Однажды шаг будет вовремя читать чат, но только не сегодня. Можно было просто дверь поставить? Как? Вертикально? Нет. Крышу изменить под дверь? Тоже нет.
Всем пока. Давай, Ланер. Да, ребят, я на сегодня закончу, пожалуй. У нас, правда, ночь наступает, блин, самое время, но... Я не могу никакую луну сделать. Я видел, Рязанов, я видел. Вот. Надо будет добыть эктоплазмы прилично и сделать себе луну нормально.